Всем привет! С вами я, Алекс, и это первое видео на моем ютубе. Цель до конца этого года собрать 5000 подписчиков. Так что подписывайтесь, здесь будет круто. И сейчас я вам покажу 2-3 элемента, которые я умею. Простые элементы на турнике. Поехали! Ребята, исторический момент. Обновляю страницу в последний раз. Сейчас 99 тысяч. И обновляется. Чё так долго? 100 тысяч! Офигеть. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Алекс, и на нашем YouTube-канале 100 тысяч подписчиков. Первые турники, на которых я снял видео о воркауте, тогда я здесь снял 11 простых элементов. Я четко помню, тогда этот ролик за целый месяц не набрал даже 40 просмотров. Но потом случилось что-то невероятное, я не знаю, как так случилось, но за один день видео 11 простых элементов набрало около 20-30 тысяч просмотров за один день. И с этого видео мне пришло около 1004-5 подписчиков. Я прям офигел тогда. Ребят, как вообще я начал заниматься спортом, с чего вся история моего канала начинается? В школе, в школу, кстати, я пошел в 5 лет, на год раньше, чем нужно. В школе я был таким хиленьким мальчиком, особенно там в 7-8 классе. То есть я был, ну, понятное дело, тем ребенком, тем пареньком, который, по сути, не мог за себя в какой-то мере постоять. Это, в принципе, и послужило тем, что я начал заниматься спортом. Начал я с турничков, там начал подтягиваться, отжиматься от пола и так далее. И уже тогда я увидел свои первые результаты. После чего, конечно, я пошел в качалочку, там немножко с железом начал заниматься и так далее. Это уже дало мне такой жесткий, нехилый результат в плане силы и такой прироста в мышечной массе. То есть моя бицуха начала, банально говоря, расти. Казалось бы, вот, все круто, это тот момент, после которого все пошло в лучшую сторону. В то время у меня начались проблемы со здоровьем, и врачи, в принципе, сказали, что мне нельзя заниматься спортом. Я был тогда прям в афиге, потому что я уже тогда занимался около 2 лет, и спорт это было, знаете, чем-то таким... Ну, сами понимаете, что спорт для спортсмена это что-то больше, чем просто какое-то занятие, чем просто хобби. После этого я не занимался 3 года. В эти 3 года мне очень сложно было без занятий спортом, потому что, ну, знаете, когда вы 2 года чем-то занимаетесь, прям горите этим, сложно вот этого, знаете, прям так взять и избавиться, полностью выкинуть это дело. Но за эти 3 года я прибавил так неплохо в знаниях по теме спорта, по теме правильных занятий, анатомии и так далее. Поэтому, знаете, в принципе, это пошло мне на пользу. Но потом случилось что-то прекрасное. Я пошел на повторную проверку к врачу, и он сказал, что я полностью здоров, и мне можно заниматься спортом. Я еще переспросил, помню, реально можно заниматься спортом? Врач мне ответил, спортом нельзя заниматься, спортом нужно заниматься, потому что спорт... это жизнь. И тогда я надумал создать свой YouTube канал, на котором я начал снимать видео о воркауте. Тогда еще совсем не уверенный в себе паренек с непоставленной речью, с плохим русским языком. Вот прям тогда вообще я не мог нормально на русском разговаривать. И чтобы записать какой-то ролик, я тратил по 3-4 часа даже на 3-минутный ролик, чтобы там выговорить без ошибок все. И по 300 раз перечитывал свой сценарий, чтобы хоть нормально, четко, без ошибок сказать эти слова. В то время я абсолютно бесцельно снимал видео, то есть у меня не было какой-то цели, знаете, там, кого-то чему-то научить и так далее. Я просто кайфовал от создания роликов в процессе монтажа и так далее. Но сейчас, когда у меня 100 тысяч подписчиков, я уже понимаю, что вот не просто все это так. Настоящее предназначение этого канала сделать этот мир хоть вот настолечко, да, но лучше. Я читаю ваши отзывы, сообщения, там кто-то пишет, я бросил курить, я бросил пить, начал заниматься спортом, я начал читать книги. Я читаю вот эти сообщения, ваши комментарии и понимаю, что настоящее предназначение моего канала это дарить вам, моим зрителям, любовь и хорошее настроение. И если я хоть одному человеку могу передать хорошее настроение, он сможет передать это настроение другому человеку. И так по цепочке. И вот подобным образом мы сделаем этот мир лучше.
Привет, Алекс. Мне твой канал дал очень много. Я его начал смотреть ровно год назад. Благодаря твоему каналу ты меня очень сильно замотивировал, и я стал более крепче, набрал массу. Благодаря тебе я сейчас занимаюсь на турниках на стадионе статикой, динамикой. И благодаря тебе, мои друзья тоже, получается, начали смотреть твой канал, и наш весь двор очень мотивируется на тебе. Получается, ты как наш кумир. Спасибо тебе большое за то, что ты создал канал и мотивируешь людей. И благодаря тебе, мы научились всем двором идти до конца, а не сдаваться. Вот я сейчас научился 360 споров, посмотрел, как ты учился, и тоже решил так же учиться, и у меня получилось сегодня. Скажу, что путь к 100 тысяч не был таким легким, как я предполагал в начале. Куча бессонных ночей, куча книг на русском прочитанных для того, чтобы улучшить свою дикцию, чтобы нормально доносить вам информацию, чтобы нормально с вами общаться. Куча нервов, потраченных сил. Но знаете, вот это все не негатив. Даже если вот есть какой-то негатив, этот негатив перебивается вашими отзывами, вашими довольными комментариями, лайками. И я рад, что я помог этим ребятам начать заниматься спортом. Так что 100 тысяч, и этот путь пройден не зря. Алекс Лори, привет. В общем, в двух словах, смотрю твой канал очень давно, ставлю постоянно лайки, твой контент мотивирует на ютубе, просто супер. По твоим обучалкам научился делать много элементов. Твоя страничка в инсте — это просто божественно, очень много мотивации, которая очень помогает поднять жопу с дивана и что-то делать над собой, вообще меняться и прогрессировать. Поэтому удачи тебе! Честно, вот суть этого ролика, что я вообще хочу сказать в этом ролике, я не знаю, потому что у меня просто нету слов. Я максимально счастлив, я просто хочу сказать огромнейшее всем спасибо вам, ребята, которые подписываются, ставят лайки. Я реально, вот вы стали для меня семьей, надеюсь, я для вас тоже. Вы реально стали друзья мои, я вижу ваши комментарии, запоминаю вас в комментариях, уже по никах вас знаю, просто все лучшие. И вот это оно, вот это настоящее счастье. Спасибо всем. 100 тысяч — это только начало. Дальше мы будем только улучшать контент, улучшать качество и становиться лучше сами. Далее будет. See what we needed in sleep, dreams stay haunted. Without you, I'm completed. Now our fire's climbing.